батон на меня кинула. Кто? Ося, что потекло. Ну же заменила ее. Дежурный ставить хотим. Да понятно, что хотим, но теперь тоже в пролете. А ты знаешь... А к завтра не пройдет? А к завтра не пройдет? У нее сегодня 12-й день. Как ты думаешь? В самом соку. Да, вот я тоже подумала. Если будут так стоять... А вот куда заезжай? Вон ворота, видишь, возле красной машины. А? Вон стоит черный. Держи. Да ладно, шумишь ты. Иди, Макс, подержи. Макс держит. Нужно, в принципе, за ошейник. Я на него рёк. Поломай расческа. Я там. Заскакал радостно. Собака какая. Роскошный, конечно. Так, это Рене. Он сегодня у нас был. Юна, ой, Юна, Вера принесла дискету. Ой, да? Диск, да. У нее он лежал уже. А я завтра... Вы, конечно, хорошие ребята, но мне надо сидеть. А вы не перебирайте. Не, я... Я думал, спешу вам пазлы. Это вы фотоаппарат взяли? Взяли. Хватайте, начинайте снимать. А где он? У Макса должен быть. Да, пусть Макс снимает. Кстати, он потерялся. В машину пошел. А где машина? Справа от меня. Ну вы же вожу через клуб, если что, так можно найти. А, все, уже. У меня все тут уже похорал. Парни, дайте пройти. Длинные уши, есть короткие уши. Да. Можно и скуповатая. А вы нас видели вообще? А вот это, где там сзади? Да. А я уже. А ну спереди можно ее снять? Это мой муж. Нюра. Так у вас средняя овчарка. Да, у нас. Нюр. Здрасте, где они? Где-то там. Тут. Рин будет тут наш, а мы там. Так а Света, где мы ее ищем? Света тоже там где-то должна. Рин вот четвертый вот здесь будет сразу. Да, Света, ты видел? Не, давно не видел. Юра. Вообще другая девка. Так и шерсть другая. Да, блин. Ну, она же тоже сейчас меняет. Вот какая была, блесшая. Так а вы откуда? Донецк. Донецк. Донецкий. Тогда в Донецке у меня, когда мы еще одну девушку, больше нет. Ну, в Луганске только у нас. Ну, никто не знает. У меня вот сейчас щенки я продаю, да? Вас? Да. Вы слышите меня? Да. Люди такое говорят. Мы даже с вами были, да? А мы не выставляемся сегодня. Вот я четверых продал, двое у меня осталось. Это у меня сразу труда поставили. Брать, она и больная, что у нее глаза. Ворот
Хорошо. Есть? Есть. У нас не поехало много людей, ну, поэтому да. Будут плановые, но плановые же дорогие. Давайте в движение теперь. Компактная девочка. А из Рара Мерлин. Перестань, Мерлин. Да, да, познакомься. Познакомься, познакомься. А ну-ка, отойду. Целиком не влазит. Это пацан? Девочка. Снимай, наверное, да, на Ренолде. Thank you.
через месяц, наверное, родится. Сейчас родится, я Юля, поговори с ним. Что он? Девушка, вы еще не поговорите. Стой. Ну да, он последний. Юля. Ну, это что через кого? Это не странно, это нормально. Разговаривай с ним. Да. Быстро бежит. Это Юля быстро бежит. Попищи, Егорик. Так зайди туда, да. Зайди туда, попищи, пойди. Посильнее, посильнее. Скажите, а вы где такую расчесочку? Это Питерский, это на выставке. Только на выставке. Потому что делается в Питере. У тебя нету адреса. На втором этаже? Есть. Я не знаю, я что-то чувствую. Хорошо. Хорошо. Я ж тебе должна. Я помню. Моя уже не штука. Щенок, это вы же? Да. В смысле, забежала его найти? Потом напишет. Я не вижу, чтобы второй ринг работал. Знаешь, что тут стоит?
на середину пульта. Я стою за рельефом, за асфальтом. Не пробей, если в каждом классе имеет право отца сдавать. А, там... действительно, да. Иди узнай. Ну, сейчас, подождите, он закончит. Надо вот так. Да, это открытый класс. Это сумка. Он сказал, я имею право давать класс в любом, в каждом классе подсадку. Не показывай рабочего класса. Дело в том, что рабочий класс всегда отличается, что стабильность показывает. Я вас поздравляю. Конечно, нестабильное поведение. Собака или не выгуленная, или слишком возбуждена. А рабочий класс это из рабочего. Пожалуйста, вы первая, я вас поздравляю. Не пожалуйста, кабель ветеран. Ну, кабель перейди, пожалуйста. Движение начали. Давай, светим. Без ветеранов, Свет, спасибо. Это вот. А можно его повернуть сюда? Поверните собаку, пожалуйста. Да. Давайте после рекламы. Честно говоря, вы извините, конечно. Ничего. Красавец. Вот вам профиль.